Стальной хват России, привет. Такой качественный, классный японский измеритель, очень честный. Made in Japan. Вот он, тековский. Саша попробует сейчас, ну, положить стрелку пока не удастся, конечно. Но с ним придется, максимально, да? Приблизиться. Стой, я на виду. Стой, повернем. 96-97 килограмм. Ну вот, от Александра Кириллова практически стрелка лежит. Всем удачи, здоровья. Всем удачи. Пока. Пока.